Ну, в общем, что хотелось рассказать. Смотрите, гелик мы уже подготовили. Красить будем здесь по одной простой причине. В камеру он не влазит. Не влазит вот в таком варианте. То есть двери будем красить. Сейчас я покажу, чтобы было понимание, как это выглядит. То есть вот так открыты двери будут. Вот. То есть, что у нас получается? Вот такой ширины будет гелик. Теперь смотрите, почему мы двери уже повешали. Смотрите, вот в данном случае вот эти петельки, да, все установлено, здесь будет все покрашено. После покраски ничего трогать не будем. То есть у нас будет общий вид заводской покраски, то есть без всяких там притампонивания, все будет под лаком. И когда мы откроем дверь, будет как у оригинала, то есть вот как будто бы ничего не трогали, и он с завода был у нас в таком цвете. Все заклеено. Ну что, завтра с утра начинаем его красить. Не знаю, что еще тут рассказать. Это, естественно, все закроется. Бокс подготовили. Вот так вот тут получается, да, у нас все. Видите, как обклеено, чтобы все было прокрашено. Никаких следов не осталось, если резинку снять. Ну, в общем, завтра будет целая история. Его, думаю, красить часов 10, наверное, не меньше. Что у нас здесь такая же история. Видите, как все получается, да? То есть дверь будет открываться полностью, чтобы все прокрасить. Здесь все заклеили, чтобы сюда ничего не летело. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот выглядит все. Ну что, завтра начинаем красить. Завтра все двери вот так будут открываться. Все прокрасится. Но потом прикроем. В общем, завтра наша затея будет воплощаться в жизнь. И скоро этот гелик поедет на дорогу. Вот реально, да, упаковочная бумажка ему прям вот. Коробочка в упаковочной бумажке. Четко получилось. Ладно, все, всем до завтра.